Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Джейм-Жак Жозеф Тиссо «Иосиф в Египте». Около 1902 года, картон гуашь 23/27. Джейм-Жак Жозеф Тиссо, француз по происхождению, значительную часть работавший в Англии, известен по преимуществу полотнами, посвященными высшему свету. Однако существует и другая, менее популярная, но не менее значительная сторона его творчества. Это цикл иллюстраций библейских сюжетов. В свои последние десятилетия именно этому направлению автор уделял большую часть времени. Первоначально Тиссо загорелся идеей художественного представления жизни Иисуса Христа в соответствии с текстом Нового Завета. В 1896 году он совершил поездку в Палестину. Его целью было знакомство с землей Израиля, природой, этнографическими материалами. Цикл «Жизнь Христа» хорошо восприняла публика, и Тиссо совершил повторное путешествие на Ближний Восток, дабы собрать материал для иллюстрации к еврейской Библии или Ветхому Завету. Его результатом стала серия, над которой художник трудился вплоть до самой смерти. В 1901 году было 95 работ, посвященных сюжетам из книги «Бытия», и они были выставлены в Париже. На этой картине изображен Иосиф, которого фараон сделал наместником Египта после того, как тот дал удачное толкование его снам. Поставил Иосифа над всей землей египетской. Египтяне, представленные Тиссо в соответствии с археологическими источниками, приветствуют Иосифа и преклоняются перед ним. Вот такое описание к работе художника Джейм-Жак Жозеф Тиссо «Иосиф в Египте» я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.